Я des occupants? Мы из команды по демонтажу. Здесь кто-нибудь есть? Et vous sortez, vous vous présentez à nous? Выходите и покажитесь. Французская полиция начала выселять людей из незаконных построек в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны. Эту территорию хотели отвести под аэропорт. Его строительство одобрили еще в 2008 году. Однако против вырубки лесов выступили крупные природозащитные организации. С тех пор в здешних лесах установили многочисленные палаточные лагеря и незаконные постройки. В них проживают экоактивисты и анархисты. Под давлением общественности строительство аэропорта отменили в январе этого года. Теперь власти намерены ликвидировать зону незаконного проживания сквоттеров. Так называют тех, кто самовольно заселяет брошенные территории или здания. На разгон людей направили около 2500 полицейских. Операция сопровождается стычками. Стражи порядка применяют слезоточивый газ. Активисты забрасывают их камнями и коктейлями Молотова, возводят баррикады и поджигают мусор. В результате столкновений, которые начались в ночь на понедельник, один полицейский получил легкую травму. Также сообщается об аресте одного активиста. В этой местности напряженность сохраняется более 10 лет. Людям постоянно грозит выдворение. Об этом много говорили и писали, и это были комментарии с нападками на нас. Эта операция, она ничего не сможет решить. Наоборот. Как ожидалось, строительство аэропорта благотворно скажется на экономике западного региона Франции.